Привет, друзья! Снова с вами канал Романикс. Меня зовут Роман. И если у нас в ближайшее время не потеплеет, то сегодняшний выезд на Коб будет закрытием сезона для меня, по крайней мере. Так, уже есть у меня сегодня первая находка. Слабенькая, но это копеечка 69-го года. И вот снова был очередной сигнал. И у нас вот выпала вот такая вот конинка. Маленькая, симпатичная. Даже что-то типа надпись какой-то по краям. Тереть не буду пока. Вот такая вот. Ну а мы продолжаем копать. И будем ждать следующих сигналов. Ямки обязательно закапываем. Вот так. Чтобы никто потом вас не материл, кто пойдет после вас. Земляного деда задабривать я больше не буду, никогда. Как только я его задобрю, так я ничего не нахожу. Так что продолжаем. А вот у нас монитосик, вот тут с ними. Вот он. Щитоносец. 32-й год, 20 копеечек. Вот такие вот. Такие вот. Фокс, наверное, херовенький. Но щитоносец, 20 копеек, все знают, как он выглядит. Зачет пойдет. Так, погода нас не балует. Операторша моя замерзла. В машине сидит. Приходится все делать самому. Понадейся на этих баб. Не обижайтесь только, девушки. Так, а я тем временем отковырял, блядь. Одно. Сегодня царское. Вот она. Копеечка 905 года. Плохой фокус, ребятки, извините. Зимой делать будет нехера. Куплю нормальную камеру. Так. Вот так перед закрытием. Царскую мне послали. Ага. Ну ладно. Будем искать дальше. 905 год. Пойдет сейчас чуточка. Протру ее. Так. Так получше, может, видать. Или 903, друзья, не пойму. Ладно, почищу. Сделаем что-нибудь с ней. Сохранчик. Так себе, вот тут сзади поудобнее сохран. Немножко какая-то она кривоватая. Кто-то с железными яйцами в кармане носил. Так, ладненько. Ух, походу огонь. Огонь. Замела метелица. А у меня колечко, пацаны. О, какая. Маленькая. То ли детская, блин, не пойму. А? Щусь какая-то прям. Сейчас вот сравнить, вот чтобы с моей рукой. У меня рука небольшая. Маленькая у меня, я бы даже сказал, рука. Ну вот, колечко даже мне маленькое. Ну, нормально. Помните? Помните, я находил два сразу колечка. Прям один в один было. Да. Ну ничего. Нормальненько. О, какая. Хе-хе. Колечко. На память кольцо. Давно это было, давно. Да, снежок так, снежок. Зачем я колечко дарил? Давайте продолжать. Так, и опять у меня двояк. Ну, конечно, находка совсем не ценная. Далеко не ценная. Вот. Но все же лучше, чем пробка.
Вот такие вот дела. Снежок немножко утих. Попроще стало копать, а то прям дует конкретно. Ребятки, выкопал огромную яму. Сигнал был неоднозначный. Никогда бы не стал такой копать. Просто очень мало сигналов. И вот что у меня вылезло. Чё-то не пойму. Денежка, не денежка. Тоненькая, страсть какая тоненькая. С вашего позволения, немножко намочу. Так. Ну, непонятно вообще, что это. Может быть, Петровская какая. Что такая тонкая-то? Понятия не имею, что это. Ну, может, даже не денежка. Сейчас мы посмотрим. Ничего-то не пойму. То ли ушатанная такая, то ли кто-то над ней поиздевался. В общем, монетой назвать это трудно. Ну, почистим. Может, что-нибудь действительно у меня со зрением. Да заодно и с фокусом. То ли от мороза, то ли еще чего. Сел на камере. Батареечка. Вот. Вот все рядом. Видите? Ань, ну-ка притопчи вон ту вон. Фигню. Что-то там земли получилось больше, чем... Ладно, вот. Ох, вылезла у нас монеточка. Так, настраивайся. Настраивайся, еще не доставал сам. Че у нас тут? Рыженький советик. 46-й год. Троямба. Пойдет. Ну-ка. Какой ты у нас тут? Здесь какой-то облезлый. Здесь облезлый. Пойдет. Лучше, чем пробка. Давай дальше смотреть. Ну все, друзья. На сегодня все. Круг почета по нашему полю. Выезжаем с копа. Находки так себе. Но главное, ломочку сняли. Если в этом году у нас больше не получится выбраться, значит, мы будем заниматься зимой самоделками. Самодельные станки и инструменты. Подписывайтесь в контактах, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Ссылочки под видео. Также на канал. Я создал новый канал «Самодельные станки и инструменты». Вот будем ремонтировать металлодетекторы, делать самодельные пинпоинтеры, точила, сверлильники, болгарки, все остальное. Кому интересно, подписывайтесь. Будем что-нибудь лепить. Вот. Ну а пока, вот посмотрите, что мы сегодня в итоге нашли. Всем до новых встреч, друзья. Еще увидимся. Пока. Минуточку. Будь добры, помедленнее. Я записываю.